Приветствую всех любителей рыбалки. Как вы видите, буквально там завтра, послезавтра уже начнет цвести черемуха. А это значит, что вот-вот должен активизироваться карась, начать кормиться перед нерестом. Ну а сейчас я вам покажу довольно-таки старый, но немногим известный рецепт приготовления манки, которая у вас никогда не слетит с крючка. Рецепт убойный. Вот такую вот манку сейчас я вам покажу, как сделать. Этот рецепт очень эффективен и делается буквально минут за 10-15. Ничего сложного нету, но я думаю, многие удивятся. Итак, мне потребуется ванильный сахар, пищевой краситель, манка, почти полный стакан. Готовой насадки получится примерно в 3 раза меньше. Носок, чулок, либо какая-нибудь тряпочка. Чтобы работать с красителем, также потребуются перчатки, чтобы руки не покрасились. Ну и пол ведерка теплой воды. Ванильного сахара 20 грамм, я где-то буду использовать половину, грамм 10. Пересыпаем его в манку. Ну и перемешиваем. От такой насадки, поверьте, друзья, карась просто балдеет. Затем все это дело пересыпаем в чулок, колготок, носок, ну что у вас там попадется, даже можно в тряпочку. Пересыпали и завязываем. Затем берем краситель нужного нам цвета. Буквально половинку высыпаем в теплую воду. Далее все это хорошо перемешиваем. Цвет будет такой вот зеленовато-голубоватый. Чтобы не покрасились руки, одеваем перчатки. Ну и теперь начинаем хорошенечко проминать манку, чтобы из нее выходила вот эта вот муть. И так вот проминаем около 10 минут, пока она не станет как пластилин. Вернее, даже как резина. То есть жмякаем, жмякаем, жмякаем. Чем дольше будем мять ее, тем более она станет эластичной и похожей на резину. Если таким способом готовить без красителя, то это будет намного проще. Берете такой же чулок-носок, высыпаете туда манку, одеваете на кран. И тонкую-тонкую струйку включаете и также мнете около 10 минут. Итак, прошло около 10 минут. Как вы видите, вот такой вот уже шарик получился. Почти что с целого стакана. Давайте посмотрим, что внутри. Отжимаю лишнюю воду. Развязываю носок. Развязали. Еще раз отжимаем влагу. Вот видите, какой шарик получился. Сейчас достану, вы удивитесь, сколько мало стало. Я сильно много и не старался делать. Это чисто для видео. И смотрим, что у нас там получилось. А получилась у нас вот такая вот масса, которая чем-то напоминает пластилин. Даже не пластилин, а липучку. Хорошенечко проминаем, чтобы вышла вся влага. Масса, как видите, тянется. Ну, это еще влага отсюда вся не вышла. Кстати, вот видите еще вот эта вот крошечка. Это можно прямо сейчас пойти и промыть под краном холодной водой. Чтобы вот эта вся крошка вышла. Вот видите, тут еще маленько осталось. Ну вот, немного промыл под краном. Теперь можно вот так вот жмякать. Формировать целый комочек. Вот такой вот комочек неубиваемой манки у меня получился. Это отличная насадка, которую карась никогда не собьет с крючка. То есть на рыбалке отщипываете кусочек нужного размера, одеваете на крючок. Тянется она, вот смотрите, как резина. О. И в то же время с ароматизатором ванильный сахар дал этому вот шарику очень такой вкус печенюшный. Карась от него будет в восторге. Храню я такую манку в обычной фольге, то есть хранится она очень долго. Отрезаем кусочек, укладываем, заворачиваем и ложим в холодильник. То есть если долго надо хранить, можно положить в морозилку, а вечером перед рыбалкой достать, чтобы он размерзся. Ничего с ним не станет. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки.
Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите что-нибудь в комментариях, свои варианты рецептов предлагайте. Всем спасибо за просмотр и до новых видео. Всем пока.